222 человека, успешно окончившие образовательные курсы, организованные государственной нефтяной компанией Азербайджана «Сукар», сегодня получили возможность ознакомиться с ведущими местными компаниями и устроиться на работу. На ярмарке труда 15 местных компаний и государственных учреждений рассматривают кадровый потенциал участников программ IBM «Кибербезопасность» и Google Data Analytics. Образовательные курсы, которые стартовали в сентябре прошлого года, длились на протяжении 10 месяцев. Очередной курс «Сукар» состоится 1 апреля. В нем смогут принять участие 220 человек на бесплатной основе. Почему мы выбрали именно эти направления в рамках нашей социальной программы развития кадрового потенциала? Это потому, что порядка года назад господин президент Ильхам Алиев выпустил указ, в котором была речь о цифровизации Азербайджана. Сейчас это является одним из приоритетных направлений развития экономики Азербайджана, развития СУКАР в том числе, да и вообще практически всех компаний, можно сказать. Это основная сфера, в которой в будущем будет наибольшая необходимость в кадровом потенциале людей.